видео сделано при поддержке Никита Дизайн. Новый детектив от Игоря Каневского. Только, пожалуйста, может, гоните. В фильме из цирка. А что писать? И так все это полная хуйня. Найти ралиный блондин. Смотрите. Ёбаный рэпер, блядь. 87-й год. В тот день один из жителей города кончил на несколько окуньков. Не слишком богатый улов, но лучше, чем ничего. У сыщиков противостояла целая банда маньяков. Камеру вырубай нахуй! Светлана Кова, 17 лет, жительница города Чушки. Поговорить с девушкой поручили Пирожков. Я Пирожок. В 87-м году старший Пирожок. О, здравствуйте, а я вас сразу не узнал. А, что, богатым будете? О, да. Что-то у вас мотор барахлит. Что? Я говорю, у вас мотор тарахтит. Что? Мотор тарахтит. Ах ты. Говорите громче, у меня мотор тарахтит. А вот импорты. Магнитола, стерео. Ножки. Нужно ничего не забыть, ничего не упустить. Носочки, сосочки. Уже там, если не хватит, придется стирать в раковине. Сосочки сушить на батарее. Дело обычное. Избитая, изнасилованная девушка вдруг отчетливо заявила. Я твой рот ебал. Шляпой ебал. Я твой рот шляпой ебал. Я шляпой твой рот ебал. Света умерла первой. Был лишь страх. Елочные шлюшки, шишки и обязательное украшение для верхушки елки. Это не просто шлюшки, это вкус пизды. Ух ты, смотри. О, чего они? Я слышу. Остальные подонки получили лишь пизды. Приближалась другая эпоха. Мне похуй. На носу были лихие 90-е, когда от Нового года ждали не чудо, а пизды. Впрочем, это уже совсем другая история. Элеодория. Так закончилась эта история.